Вот еще один выше, чем предыдущий был. Дубы, елочки там вверху попали две. И тут такой водопадище. Не слабый. Вот, видите, какой каскад большой. И его вообще никак не взять. Ни в лоб, ни вскользь. Только альпинизмом, наверное. И облажу свой буком по деревам. Хорошо деревья. Вис. Земля. Вот такой огроменный водопад. Хотя он там бревну, по бревну никак тоже. Это надо быть белкой. Белка пройдет. Отвесный прямо водопад. С козырьком. Ну там может быть, но блин, стрёмно. Это так. Упасть и не вернуться, только со страховкой. Короче, альпинист, волчьи ягоды снова, фонарики горят. Еще один здоровенный, снова, может быть, придется огибать где-то. Тут как каскады такие пошли. Ну да, тут ближе можно обогнуть. И тоже глубокий. Осыпчатые камушки павшие. На опасные камни. А можно сказать, в принципе. Много фотоаппаратов.